Меня зовут Лариса. Сейчас 20 число ноября. Я хочу вам сказать, что город уже украшен к Рождеству. И я подумала, почему бы это не повод снять первый влогмас. И сегодня я иду с подругой в одно из самых изумительных, красивых выставок этого Рождества, этого фестиваля, можно так назвать. И беру вас с собой. Надеюсь, вам тоже понравится. Только посмотрите, спонсор этого Рождества в этом году Dior. Очень красиво. Это все в стиле пряничков. Потом поймете, почему прянички. Harrods украшен не только декорациями Dior, но и также все витрины, которые вот самые горячие, там только Dior. Пойдемте посмотрим, что они сегодня продают. Dior радует не только своей одеждой и аксессуарами, что очень популярны, сумки, очки, а также Dior радует косметикой своей. Harrods — миллион разделов, отделов, несколько этажей. На выставку лучше прийти заранее, потому что мы пришли с подругой и не сразу могли понять, где проходит выставка. Мы приехали на выставку, но мы не знали, где она находится. Оказывается, надо подойти сначала к одному отделу Dior и сказать, что вы пришли на выставку, вас зарегистрируют, и потом вы стоите в накопителе, и когда накопилось достаточно людей, подошло время, вас запускают на выставку. На выставку нельзя с колясками, если вы планировали с детьми. Коляска оставляется снаружи с двумя охранниками, которые не пускают на выставку. На выставку попадают где-то 25, что ли, человек, и это довольно темное помещение, и довольно мало времени дается на выставку, если честно, потому что хотелось больше разглядывать. Но это красиво. Я абсолютно не слышала, что говорила гид, потому что она быстро что-то сказала и ушла. А я была поглощена красотой, и мне, если честно, было мало времени любоваться. И выставка заняла буквально 15 минут. 15 минут пролетели как 15 секунд. Замечательная, я рекомендую, если вы любите красоту. Но если вам не удается попасть на выставку, я вам скажу по секрету, что все витрины, они перекликаются с выставкой. Это все оформлено в пряничном стиле. Все маленькие детальки сделаны из карамели, там пуговки, какие-нибудь булавочки, они все карамельные. Естественно, это не настоящий пряник, даже не пытайтесь мне говорить, что это пряник. Это все вот текстура передана пряника, естественно, что это под дождем, под снегом, это все превратится в кашу. Естественно, это не пряник, но в стиле пряник. Здесь не только передние фасады, витрины украшены Диором, весь интерьер, все витрины, они в стиле Диор. Здесь в этом году Dior спонсор Рождества, и украшено абсолютно все в Dior. Dior по всему Harrods. Это выглядит нереально красиво. Это выглядит просто сказочно. Слава богу, цен нет, что мы можем просто любоваться на красоту. Куда Лариса без книжного магазина?
отдел с шоколадом. Здесь только шоколад. Выставка, составленная из миниатюр Dior, создает рождественскую атмосферу. Я сходила, получила колоссальное удовольствие. Моей подруге тоже очень понравилось. К сожалению, только мы не попали в кафе. Эта выставка идет до 3 января, и, соответственно, кафе тоже работает до 3 января. Все забронировано, мест нету. К сожалению, на еду в стиле Dior я не попала, ну ничего страшного. Раньше здесь было Le Dore кафе, а сейчас называется Dior кафе. Забавно, сидят посетители, пьют чай, кофе, едят свои вкусные закуски, и тут ты с камерой, с телефонами снимаешь, как они это едят. Ну, это Лондон, но это уже вполне привычный. Мне подруга посоветовала взять в этом кафе матчу, потому что здесь она считается прям лучшая матча. Будем пробовать. Честно скажу, я матче давала несколько шансов и понимала, что это не мой напиток. И сейчас я как по совету подруги попробую лучшую матчу. Нет, не мое. Может, мне просто стоит признать, что матча это не мое, и не пытаться искать лучшую матчу. Нет, мне не очень нравится. Ну, на любителя. Говорят, чем раньше начинают праздновать Рождество, тем хуже с экономикой. Рождественские декорации начали продавать уже в сентябре, еще до Хэллоуина. Потом в октябре повесили гирлянды, и в ноябре уже их зажгли. То есть все мы так устали от этого года и хотим, чтобы он быстрее закончился, уже отмечаем Рождество. Но мне подруга сказала, что в основном русскоговорящие устали от этого года, а британцы чувствуют себя замечательно, для них очень даже неплохой год. Спасибо, что смотрели этот влогмас. Спасибо, что нашли время. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите любой комментарий. И увидимся с вами уже в следующем видео. Надеюсь, это видео принесло вам немножечко рождественского вдохновения, атмосферы и настроило на лучший день. To read.